1 мая этого года в 20 часов 30 минут на автомобильной дороге Новороссийск-Керченский пролив в районе ЖД вокзала водитель автомобиля Mercedes C-класса допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний был доставлен в городскую больницу. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия – нарушение правил проезда пешеходного перехода. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям с просьбой снижать скорость и быть внимательнее при осуществлении проезда пешеходных переходов, а также в местах, обозначенных дорожным знаком «Дети». Проявлять осторожность при движении на территории дворов, школ, детских садов, стадионов, зон остановок общественного транспорта и других мест, где возможен неожиданный выход пешехода на проезжую часть. Призываем родителей дополнительно провести беседы со своими детьми, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.